спортивная выносливость и красота танца. Акробатический рок-н-ролл требует от спортсменов физической подготовки не меньше, чем в других атлетических видах спорта. Юные спортсмены часами оттачивают каждое движение, чтобы перед жюри продемонстрировать максимум своих способностей. Самарцы в своем мастерстве добились хороших успехов, говорит главный судья соревнований. Самара шагает большими очень шагами, большие все молодцы. Очень хорошие болельщики, которые всегда поддерживают своих ребят. И, конечно же, организаторы тоже молодцы. Ну а конкретно подготовки, тут прогресс не стоит на месте, поэтому все стараются как могут и работают, конечно же, на своих пределах. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу на Кубок главы Самарского района проходят во второй раз. Популярность именно этого вида спорта заметно растет. В этом году участие принимают порядка 200 спортсменов в разных возрастных категориях от 3 до 18 лет. У нас в районе есть детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва, и одна из дисциплин, которая там развивается, это как раз-таки спортивный рок-н-ролл. Вот. Там занимаются детки, естественно, не только из нашего района, но чтобы поддержать вот это направление и нашу школу, мы решили, что мы будем выносить это на широкую общественность. Организаторы планируют сделать турнир ежегодным. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, «События».